Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Вот такая роза у меня расцвела, я ее сразу поставила отдельно. Смотрите. С такими как бы черточками. Такая роза яркая, на ней раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать бутонов, шестнадцать сразу же. Такая красота. Ну и вот эта нежность, конечно, тоже. Это нежность. Были дожди, немножечко эта нежность у меня приболела. Розовая начала раскрываться, Татьяна. Вот, буквально вчера. Вот она. Красавица моя, нежность такая. Ну и вот это вот красная. Красный фонтан. Вот этот вот красный фонтан я как раз кладу в... добавляю в квас. И роза, она еще насыщает мой акациевый квас. Кстати, у меня есть рецепт. Буквально недавно я выкладывала видео. Посмотрите, я каждый год выкладываю. Я добавляю красную и вот эту розовую тоже розу. Желтую нет, конечно. И в состав розы большое количество входит витамина В1, В2, В12 – и витамина С, и для кваса это просто сказка. Сахар добавляю, и пробиотические бактерии, они питаются сахаром, выделяют пробиотики, и таким образом насыщают наш организм необходимыми веществами. А витамин В1, он вообще входит в состав важнейших ферментов углеводного и энергетического обмена. Обеспечивает организм энергией, пластическими веществами, метаболизма разветвленных аминокислот. А если недостаток, вы скажете, что будет, если недостаток? Я вам скажу, что будет. Будет нарушение со стороны нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой системы. Поэтому не пренебрегайте лепесточками роз. Обязательно собирайте листочки, лепесточки. Да, витамины особо в сухой розе не остаются. Поэтому делайте напитки, добавляйте в квасы. Вот, например, сейчас летние напитки делают люди компоты. Хорошо, делаете вы компоты, в конце уже приготовленного продукта добавьте несколько лепестков или бутонов роз. Дальше витамин В2. Он участвует в окислительно-восстановительных реакциях. Он способствует повышению восприимчивости цвета зрительным анализаторам. Представляете? И темновой адаптации. Вот люди говорят, что они плохо видят ночью, вечером. Есть такие люди, вот слегка сумерки, им уже все плохо видно. Как говорят, куриная слепота, и по-разному называют это. Вот вам нужен витамин В2 в большом количестве. Вот он есть в розе. Поэтому используйте. Вот называется этот момент темновая адаптация. Недостаточное потребление этого витамина, витамина В2, сопровождается нарушением состояния кожных покровов, слизистых оболочек и нарушением светового и сумеречного зрения. Вот почему витамин В2 для кожи номер один. Я использую розовую водичку. В этом случае я завариваю эти все лепестки розы. И у меня такая, знаете, она... И когда я насыщенный красный беру, вот этот цвет розы, то у меня получается водичка розовая и цвета розового. И я этой водичкой, вот сейчас, особенно летом, тем более, что я возле моря, постоянно соль, я себя обрызгиваю этой водичкой. Я таким образом освежаюсь. Дальше витамин В12. А В12, он играет
важную роль в метаболизме и превращениях аминокислот. Фолат и витамин В12 являются взаимосвязанными витаминами. Они участвуют в кроветворении. И вот этот насыщенный красный цвет я всем советую. Желтый, он тоже хорош, все, но вот красный – это кровь, запомните. И именно этот витамин, фолат и витамин В12, вот они взаимосвязаны. Вот они кроветворением занимаются. Вот они никогда не позволят заболеть раком крови. Как вы посмотрите, как активно сейчас дети заболевают этим заболеванием. Почему? Да потому что у них полностью все поглощено питанием, вот этими ароматизаторами. Вот эти краски, которые везде добавляются, эссенции, которые добавляются во все сладкие вещества и так далее и тому подобное. И вот поэтому, вот именно по этой причине идут большие-большие беды уже с детьми. Поэтому оглянитесь вокруг. Клубника, которая прекрасно нашу кровушку приведет в порядок. Если нет ничего, посмотрите розы. Возьмите несколько бутонов, добавьте в компотик в конце, когда вы уже приготовили компот. Именно в конце, потому что не нужно, чтобы роза варилась совершенно. Например, говорят, ой, у меня бабушка варит розовое варенье. Розовое варенье никакой радости вам не принесет, кроме аромата и привкуса. Все. Потому что все, что сварено, можно выбрасывать. Там убиваются витамины В1, В2 и В12 напрочь, напрочь. А В12, он нужен. Он, если его недостаток, он приводит к развитию частичной или вторичной недостаточности фолатов. И анемии, и лейкопении, и тромбоцитопении. Ну вот кто знает, у кого есть проблемы, они прекрасно знают, что это такое. Витамин С. Ну, витамин С, как мы всегда говорим, чтобы не было морщин на лице. Витамин С просто необходим. Ну, просто необходим каждому человеку. Он участвует в окислительно-восстановительных реакциях. Функционирование иммунной системы способствует усвоению железа. Вот при помощи витамина С усваивается железо. И вот что интересно, в розе есть и витамин С, и железо. И это именно то сочетание, которое нам нужно. Нам нужно и витамин С, и железо. При помощи железа усваивается витамин С. Вернее, при помощи витамина С усваивается железо. И вот этот у нас не будет дефицита и не будет рыхлости и кровоточивости десен, не будет носовых кровотечений и не будет ломкости кровеносных капилляров. Поэтому обратите внимание обязательно на розы. И когда вы делаете квасы, используйте не только чайную розу. Вот тут говорит чайная роза. Сейчас все гибриды привиты на чайной розе. Но не знаю, как у кого, а у нас так. Вот все гибриды на чайной розе прививаются в последнее время. Вы даже можете посмотреть, посадить розу, через некоторое время, если за ней не ухаживать, она превращается либо в шиповник, либо в чайную розу. Вот у меня в основном превращается в чайную розу на даче, когда я перестала ухаживать. Но часть я, конечно, перевезла, мне удалось спасти, а некоторую часть нет. Так что вот это просто следует знать. Но есть еще и калий в розе, но не такое количество, как в хурме, например. Еще раз говорю, кто спешит, тот убегает. Моя программа рассчитана на людей, которые занимаются нутрициологией, которые при помощи питания делают здоровыми своих детей, внуков, супругов, супруг, родных и близких. То есть людей мудрых, жемчужин, которые способны к обучению. Потому что есть люди, которые не способны, а есть люди, которые способны обучаться. Вот это касается именно этих людей. А кто спешит и говорит, дай быстрый рецепт, и все. Нет, здесь рецепта нет. Здесь есть изучение, проникновение к тому,
чем мы окружены и как мы используем это, с умом или нет. И потом, роза, она любит, чтобы ее рвали, стригли, и она тогда еще пышнее и красивее будет. Вот у меня вот такая красавица-раскрасавица. Ну а я люблю вас, здоровья вам, благословений, и не пренебрегайте красной, розовой розой. Ну, желтенькой, с оттенками, ничего страшного. Опасайтесь ароматизированных напитков искусственных. Вот их нужно опасаться. А вот эти напитки пейте с удовольствием. Здоровья, благословения, всего самого наилучшего.